В 2013 году в рамках федеральной целевой программы государственные жилищные сертификаты получили 13 семей, изъявившие желание приобрести жилые помещения на территории Российской Федерации. Это 6 семей на территории Тюменской области, 2 семьи Брянской области, 1 семья Смоленская область, 1 семья Свердловская область. Гражданам выданы государственные жилищные сертификаты с учетом состава семьи.